Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Castle Duel. Четвертый день, забираем с тобой самоцветы. Так, это я, ребят, позже все. Отправляйтесь в приключения, чтобы одолеть могучих соперников и получить уникальные награды. Приключения теперь доступны. А раньше их не было, что ли? Я не могу понять. В бой. Так, выберите колоду. Какую выберем колоду-то? Ну, вот эту, например. Все ваши воины дальнего боя получают увеличение урона на 30%. Давай, допустим, вот так вот сделаем. Я не знаю, ребята, какой-то новый режим, что ли, у нас тут. Блин, ну армия, конечно, да. Армия, блин, желает лучшего. Поехали, посмотрим. Ну, Мак, ты же вроде получил усиление, блин, в упор которого я не вижу. Так, ну, мы, по-моему, все равно, ребят, быстрее, да? Да. Мы здесь победили в первом раунде. Давай смотреть дальше. Доступны две новые карты. Лучница это несчастная меня. А мы, знаешь, что сделаем с тобой? А мы сделаем вот так. И вот. Блин, и что? И вот так, наверное. Поехали, мы будем смотреть. Да, он тоже не дурак. Он еще он вытворил. Так, бедный мой скелетик. Бедный мой скелетик. Мы опять, ребята, побеждаем. Найс, найс, найс. Так, а вот у нас еще лучше. У нас появляется маг. Блин, и скелет. И скелет. Я его сюда поставлю. В бой, это третий заключительный раунд у нас, ребят. О. Не знаю, что у нас получится. Да, победа здесь за нами. Мы вообще просто всех ему разнесли. У противника никого не осталось живых. Это, конечно, замечательно, ребят. Победа. Кто бы сомневался бы еще. Завершить. Весь прогресс приключения будет утерян, а карта сокровищ утрачена. Награда за уже одержанную победу будет получена. Да, завершить. Какая карта будет утеряна, я не могу понять. О чем вы? Да, друзья мои, ПВЕ открылось. Раньше не было, по-моему, ПВЕ, был только ПВП бой. Так, забираем здесь награды. Тут у нас что-то выполнено, нет? Нет, по-моему, ничего нету. Так, боевой проб, тихо. Тут ведь что-то же есть. То есть вы хотите сказать, что только рекламу смотреть за ежедневку или что? Не надо мне это ничего. Дайте мне 300 золота бесплатно и... Усилить карты я пока никакие не могу. Ну что, погнали в бой? ПВП бои у нас тут. Ищет противника у нас. Ну давай, шаман лечит самого переднего союзника на своей линии. Но это хорошо, если он, например, впереди идет танк, да? А сзади него вот этот шаман. Тогда базара ноль. Ой-ой-ой-ой-ой, против меня-то тут сейчас... О. Допустим. Сделаем так, сделаем так. Поставим сюда, поставим сюда. Надеюсь, я не ошибся с выбором. Похоже, что ошибся. Но вампира я быстро наказал. Нет, не, вампира наказал, да, быстро. О, все, ребят. Мы этот камень с тобой будем 3 часа там бомбить. Вот это я проиграл. Вот это я сфейлился. Ну давай, допустим, я поставлю сюда мага. Куда же тебя поставить-то? Давай здесь. И вот так. В бой. Я даже не успел, ребята, поставить паука. Трындец, блин, в бой. Он за счет оборотней выигрывает. У меня нету их, понимаешь, в чем дело?
У меня оборотня нету. Я не могу, ребята, так делать прыжки, как он делает. Тут, по-моему, бесполезно что-то уже делать. Как мне кажется. Да что ты не ставишься-то? А видишь, оборотень, он двоих магов, ребята, просто прожинает в легкую. И по барабану ему на все. Так что здесь... А, да, три раза проиграл. Сознаюсь, ребят, сознаюсь. Нет, это мне не надо. Как-то немножко неправильно я рас... Почему здесь какая-то награда есть, но я не могу ее забрать? Не пойму. Оборотень мне нужен. А чтобы оборотень нужен, мне нужно получить суперсундук. Так, ну вот здесь вот будет уже, наверное, получше все-таки. Я поставлю этого сюда. Блин, тут это вот паутина, ну вообще не в тему. Блин, ну вообще не в тему эта паутина здесь. Ну давай вот так вот, наверное, сделаем. Посмотрим. О, видишь, как он сделал? Но мы успеем, да, за счет скорости, ребят. То, что мы быстрее пришли. Быстрее подобрались, поэтому вот так у нас выходит. Два мага. Например, сделаем вот так. Под усилением двух магов должно все у нас прокатить. И, в принципе, все получается, ребят. Ну вот эти, конечно, тут жесткие. Да, запинали. И запинали это причем так легко. Паучок. Давай я, наверное, вот сюда вот поставлю так. И вот так. Посмотрим, что у нас вот из этого всего может получиться. Да, тут как-то немножечко нас прижучили. Ну, видишь, паутина нам помогла вон там. Все, тут победа за нами, ребят. В сухую 3-0. Ну, как и меня, ребята. А если я не хочу, например, смотреть рекламу, что, не получу сундуке, что ли? Отдайте мне сундук мой. Где он вообще находится? Что, это обязательно вот надо было смотреть, что ли, получается? Забрать награду. Ну и что это дали мне? Блин, музыка до боли знакомая. Где-то я в какой-то игре уже слышал такое музло. Подожди, подожди. А, скелеты улучшить. Ну давай улучшим. Я ими, правда, не пользуюсь, но для уровня нужно, ребята, использовать нам все. Вот тут опять же интересно. Показано, что я могу что-то взять. Ну что? Нету. Могу купить. Слушай, смотри, я могу взять. А прокачать не получается, да? Прокачать не получается. Шаман Голем мне не нужен. Этих давай возьмем. Только лишь для того, чтобы, ребята, получить уровень быстрее. 267 к опыту у нас. Скоро 5-й левел будет. Тут 4 награды. Забираем. А где еще-то? А, вот. Тут написано 2. Вот, забираем карты. Опа! Ребята, мага можем улучшить, прикинь. Мы можем улучшить сейчас мага. А маг, ты сам прекрасно понимаешь, это же круто. Вау! 5-й уровень. Здоровье замка становится 1450. Ну что, очередной... Да еще награда тут у нас.
Еще сундук. Мелочи жизни какие-то выпадают нам. Погнали. Значит, все-таки надо смотреть рекламу, да? Чтобы тебе дополнительные деньги шли, опыт и тому подобное. Ну, давай, 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 давай. Прогружайся там быстрее, мне надо глянуть. Что, специально ищешь? Мне так 3 часа противника. Смотрим. Вампир. Блин, опять у него, ребята, оборотень есть. Блин, я не знаю. Ну, давай так, наверное, сделаем. Вот так. Я не знаю, на что способен этот оборотень. Вот в чем проблема. И по какой линии он пойдет. Я совсем промахнулся, да, получается? Ха, его пенек не его ассасин не справился с моим пеньком, прикинь? Мой пень просто его размочил. Вот это круто. Вот это я понимаю, ребят, победа. Так, 2 танкующих мне дают. Давай вот так вот попробуем. А зря я так поставил, блин, там же. Ну что, ты издеваешься, что ли? Давай, 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 ребята. Наверстываем упущенные. Нормально. Так, он там что-то помахал мне, да, типа? А как мы можем помахать? Черт узнает, как мы можем помахать. Я не знаю, как мы можем помахать. Как эти... А, вот. Ха-ха-ха-ха. Злится. А что ты злишься? Все пучком. Вот оборотень, конечно... Ребята, ребятушки, у нас проблемы. Слушай, как у них оборотень есть, так они все припупевшие просто. Со своими оборотнями. Крутыши, блин, тоже мне нашлись. Я их и без оборотня шпингую, только шорох. Забрать награду. 25 самоцветов. А где же тут еще-то награда? Я не вижу ее. А, вот. Нормально. Так, получите 2000 золота. Усилие отряда на поле боя 30 раз. 20 карточек получим. Я заинтересован в этой ежедневке, если честно. Усилить. А как можно усилить карты 20 раз? И вообще, что такое усилить карты? Ладно, узнаем чуть позже. Но если уже усилено 20 раз, значит, мы уже как-то это делали. Это, наверное, за счет вот наших, там, древесников. Да, блин, ты посмотри, опять у него, ребят. Опять у него тут топовая какая-то сборка идет. Давай, наверное, попробуем так сделать. Такс и... Вот так. Уж не знаю, что получится. Беда получается у нас. Маг начинает уничтожать камень. Да ё-моё. Но тут мы, ребят, конечно, на славу постарались. Значит, надо запомнить, там у него стоит оборотень. Чтобы оборотень нам не мешался, мы сделаем... Мы сделаем вот так. Блин. А, у него оборотень перепрыгивает, оказывается. Все, ребята. У него оборотень перепрыгивает на ячейку там, где он не чисто по прямой идет. Не успеем. Тут мы не успели, ребят. Поражение получил. А что, он сам автоматически вставляет? Хм, мне такой расклад не очень устраивает. Давай вот так вот сделаем. Ты посмотри, он всех лесников взял к себе. Ну и что у него там добежали? Только оборотни. А у меня практически вся команда. Ау! Есть. Тьфу. Новые карты. Зашибись, новые карты, да? Я все-таки вот здесь вот поставлю.
Оборотни всегда перепрыгивают почему-то вот на эту линию. Не знаю, с чем это связано. Есть. Мы же быстрее. О, да. Перекрыл ему кислородец. Захотел он на оборотнях своих отыграться. Да не тут-то было. Слабоват ты еще, малышок, против папочки драться. Так, выполните все ежедневные задания. Так, посмотреть рекламу и получить награду. Вот такое у нас, ребята, задание, прикинь. Да, мы скоро получим с тобой, ну, 2000 золота, не знаю, а вот 30 раз усиления это точно будет. Давай смотреть рекламу тогда. Нет, мы посмотрим рекламу лучше где-нибудь за что-нибудь. Вот, например, вот здесь. Слушай, можно обновить, но тоже за видос. Или там обязательно надо смотреть. Ну что, это зачет зашло? Зашло. И все, и вот здесь вот, ребят, тоже мы забрали. Все ежедневные задания выполнены. Оп, подожди, подожди, отмена. Тут награда. Сундук. Да ё-моё, ну не то я хотел, не то. Погнали. Энд в начале раунда призывает ростки. Вот. Не забывайте, что Энд действительно призывает вот эти вот коряшки, пенечки, которые бегут. А я ставлю его, а и по бокам еще и юнитов выставляю. Поэтому пеньки он, естественно, не сможет никак вызвать. Его нужно отдельно вообще ставить. Так, эликсирит у нас тут. Против меня выпендривается. Так, сделаем вот таким вот образом. Вот таким. Так, и мага. Маг. Давай, поехали. Твою налево, опять у него оборотень. Ну что такое-то, ну. А у него оборотень, ребят, посильнее получается, да? Да, у него оборотень почему-то побольше наносит урона, если честно. Значит так, оборотень сюда прыгает, да, на эту линию. Там маг. Вот так вот, что ли, сделать? А что ты... А, вот, призвал. Блин, опять, что ли, меня обманул? Нет, тут нормально все у нас получилось. Так, надо не забыть, что на этой линии он выпускает орка. А мы ставим вот сюда. Как раз с этими скоряшками все как полагается. Ну что я тебе скажу? По-моему... Надьюс, амиго. Как тебе? Да ёк-макарёк, еще одна битва. Ну, если что, я предлагаю, наверное, сделать вот так еще. Это вообще будет тотал. Он понял, что он, ребята, не надо лагать, пожалуйста. Причем лагает именно при записи. У меня на планшете, ребят, ничего не моргает. Просто я по звуку определяю, что начинает лаги. Потому что в наушниках начинает звук это прерывистым быть. Ну вот, я выполнил ежедневное, ребят, задание. То есть усиление трех... Оу! Новая арена. Новая арена Акалит. Открываются новые карты. Открываются новые клетки. Поджигает всякого, кто на нее наступит, нанося периодический урон. А это кто? Раз в несколько секунд выпускает особую стрелу, которая ненадолго оглушает врага. Это лучница. Медуза. Понял. Это кто? Это эпическая карта. Это при первой атаке по замку на своей или смежных линиях пробуждает перемещение к нападавшему или отталкивает его. Ох, ничего себе. Короче, он, ребята, вот кто-то атакует замок первым, да? Видишь, вот вампир атакует. Он сразу же телепортируется вперед его, вперед атакующего. Это, конечно, круто.
Периодически накладывает щит на самого дальнего союзника на своей и смежных линиях. А какой щит-то? А, вот этот вот. Ну, щит опять же временный, ребят, понимаете, да? Но, тем не менее, все равно круто. Круто же, конечно, круто. Забираем. Оу, фак, ребята, сразу медуза мне досталась, прикинь. Конечно, я ее прокачиваю. Так, она на некоторое время останавливает врага, да? Давай, медузочка, и я тебе с удовольствием улучшу. Она у меня 6 уровня. Это редкая карта, и поэтому... Блин, вместо паучка, что ли, ее поставить? Ну, паучок тоже крут. Он, паутинка, ребята, замедляет противника. А это останавливает. Паук у нас 7 уровня. Ну, давай разочек попробуем. А там уже будет видно, кто лучше. Паучок все-таки или... Да? Я думаю, одного боя будет достаточно, чтобы определить. Все-таки, что паук лучше или нашими... О! О-о-о, ребят, у него там ядрить тебя на корень. Кто там у него? Там у него жесть. Самое настоящее, блин, сейчас будет. Ну, у меня вот, так, вот такие вот предложения есть. Я не знаю, как тут еще лучше сделать. Ай-яй-яй, мой лучник, ребята, попадет сейчас, да? Похоже, дело, мы тут сфейлились. Но сфейлились только лишь потому, что у него больше танков, ребята, было. Вот, вот теперь давай посмотрим. Так-то вот оно будет повеселее. Поехали. Ну? Я же говорю, так оно будет повеселее. Так, с у него, значит, сюда все-таки идет, да? Один паршивец. И второй, по-моему, если не ошибаюсь, где-то вот здесь. Вот здесь где-то зависает. Посмотрим. Ах ты! Немножко, по-моему, я... Сейчас посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, он успевает, ребята, продамажить. Блин, а мне на эту линию никого больше не поставить. Единственное, что если мага... Мага, например, да, и... Вот так вот. Посмотрим. Да блин, все равно этот он не может, ребята. Давай, давай, родные мои, жмем, жмем, жмем. Есть. Последний поединок, блин. Мне дали мага. Так вот, наверное, попробуем. У него и здесь он поставил усиление. Ну, ё-моё. О, ребята. Да. Ну, короче, за счет башен он тут выиграл. Понимаешь? Только за счет усиливающих башен. Все. У меня их, к сожалению, нету. Я бы тоже бы их поставил. Так что я не могу сказать, что он там был супер-пупер-профи или еще там кто-нибудь. Он просто нубас был, прикрывающийся обычными башнями. Чепушило. Вот так вот. Сыкунок, чтобы еще было проще. Просто выставил башни и все. И меня вот это, кстати, бесит. Почему здесь баланса нету, что... Ну вот смотри, опять башня, ребят. Ну и че?
Зачем он ставит, блин? У меня нету этих башен. У меня башен этих нету. Зачем так делать, я не пойму. Тоже выбрал на свою голову. Зачем я так-то сделал? Завалишь, интересно, эту Горгону? Горгону завалили. Ну все, тут нормально. Но все равно, ребят, опять же, этот, блин, щит, луч, как его там назвать, я же не знаю. Ну ты понял. Это не есть хорошо. Видишь, он уже прочухал, куда надо что ставить. Так, мои лучники издалека, да. Маги, конечно, наносят урон колоссальный, тут не поспоришь. Так, здесь я сделаю хитрее. Здесь я сделаю вот так, и так как он там все равно их вызывает, мы поставим вот сюда. Блин, опять 25, он уже, он две башни еще поставил сюда. Ну ты, еще бы 30 башен-то влепил сразу, а че? Чего уж ты там? Прибедняешься-то так. Посмотри, как лучники, ребята, очень медленно разбирают. Че, новые карты 1+1? Лучники очень медленно разбирают башню. Понимаешь? Они очень медленно разбирают. Чего он там психует и злится что-то, я не пойму. Ну давай, ребята, ё-моё. Нет, не успел. А что-то у нас, по-моему, боев-то уже слишком много. Или мне кажется так. Давай-ка я вот сюда поставлю. Пускай он в ловушку сразу попадает. Это торг. А что, ему по барабану на эту ловушку, что ли? Нет, я не могу, ребята, с этими орками справиться. Просто не могу. Никак. Понятно, что поражение. Опять же, за этих... Ну, давай глянем. Ну, что нам в этом сундуке достанется? Ну, не то, конечно, что бы хотелось. Новая легендарная карта. Ребята, оборотень мне выпадает. Ну, нет. Оборотень мне не выпадает. Оборотня надо покупать. Да, оборотня надо покупать. А здесь прокачка рыцаря. Так, улучшить. Леший. Ну, хорошо, леший улучшен у нас, ладно. Блин. Ну, если сейчас опять будет противник с башнями, я тогда, ребят, не знаю, что делать. Нет, вот тут не с башнями. Тут все по-честному, да? Относительно, блин, по-честному. Ну, так вот сделаем. Да ладно, ты серьезно, что ли? Ну, тут успели мы пройти. Да, успели пройти еще и бомбануть. Новые карты. У него вот здесь вот, блин, бесявый шаман. А там у него вампир. Ну, если я сделаю вот так. Блин, у него маг тут. Так, пенек пошел. Он, вампир уже наяривает, ребят. Ну и чё?
Есть, успел, я успел продамажить. Блин, короче, надо что-то делать с вампиром. Вампир прыгает, да? Прыгает на переднюю линию. Если я поставлю сюда и прикроюсь, просто перекрою, не дам возможности вампиру. Получится ли у меня это? Сейчас проверим. Блин, а там-то с какого периода? Нет, ну вроде бы как. Да, все получается. Маг у него там пока дойдет, пока это. Короче, блин, только хотел. Ладно. Я думал, что надо будет правую крайнюю линию ставить под защиту, потому что именно оттуда перли. Но не успел чуть-чуть, потому что уже бой закончился, мы победили. Так, ну давай еще один поединочек на дорожку сделаем, наверное, да, и будем потихонечку закругляться. Ищу там противника. Ищу днем со днем, никак не найдут. Так, нету башен. Это уже радует, ребят. Башни эти достали просто уже в корень. Давай, наверное, так сделаем. Плюс сюда мага и вот так вот. Просто проверочка. Но что я могу сказать? Пока все хорошо, ребят. Шаман же не добежит? Нет, шаман не добежал. А что он там злится-то? Вот, адекватный чувак. Одобрям, как говорится, да? Следующий сюда пойдет. И вот так я сделаю. Посмотрим. Ну, в принципе, все нормально, ребят. Или, не, нормально, нормально. Да, успели профигачить. Блин, вот эти вот немножко меня раздражают. Вот эти вот ребята, которые здесь стоят. Колдуны, веселуны, или как еще назвать. Колдуны, писюны. Ну, действительно раздражает. Поэтому, блин. Поэтому я поставлю вот так. Если сейчас успеем завалить, то будет все прекрасно. А мы успеем. Ну и все. Все, мальчик мой. Успокойся и иди-ка ты на боковушечку. Потому что папа Рэй разбомбит тебе замок. Хе-хе-хей. Видишь? Как нету башен, все по чесночку идет. Как только с башнями начинается, Рэй начинает фейлиться. Но опять же, это не моя вина, ребят. Потому что у меня просто нету башни. Я же не виноват в этом. Нет, конечно. Так, тут еще какая-то награда. Да, и искорки. От этих искор ни холодно, ни жарко. Искорки они мне дают. Че там, кого можно улучшить-то? Искорки? Ну, давай улучшим. Искорки меня тыщенку-то не прихапали. С превеликим, блин, удовольствием. Блин, рекламный сундук, а? Наверное, сундук опупенный, друзья мои. Мне вот почему-то кажется. Да. Слушай, а где вот эти вот ключи взять? У нас, например, 14 ключей. Где я могу взять ключи, заработать эти? Тоже пока мне не ясно. Сообщество. А, тут у них ВКонтакте есть и в Дискорде. Не знал. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.